упражнение для идеального завершения от самого Харри Кейна. Выходы один в один и реализация. Поехали. В современном футболе очень важна реализация, особенно на позиции центрального нападающего. Данное упражнение поможет вам усовершенствовать свой выход один в один с голкипером. Задача упражнения – расставить фишки так, чтобы при выходе один в один вы идеально смогли направить мяч в дальний угол, без шансов для голкипера. Это упражнение нужно делать огромное количество раз, чтобы усовершенствовать себя и в игре отправлять мяч в дальний угол на автомате. Естественно, мы делаем повторение как правой, так и нерабочей левой ногой или наоборот. Тогда в игре вы не будете задумываться о том, под какую ногу вам нужно убирать мяч. Вам будет абсолютно все равно, и вы будете действовать на автомате. Для нападающего за всю историю футбола очень важно было забивать голы. Это их главная цель и задача, за которую они ценятся в современном футболе. Поэтому данное упражнение от Харри Кейна поможет вам подтянуть реализацию, стать качественнее и сильнее и помогать своей команде добывать результат на футбольном поле.